Друзья, сегодня отличный весенний денек, солнечно. Сегодня я пересаживаю еще одну розу под названием Космос. После того, как я ее купил, я распаковал и переупаковал по-своему. Вот пакет, пленочка, землю заменил, грунт и во влажную марлю. Но вот она у меня стояла в подвале, температура 5 градусов, а почки все равно начали пробиваться. То есть при 5 градусах тепла она начинает расти. Поэтому я решил пересадить ее в грунт. Дополнительно в газету. Корневая система, как видите, вот, ну, удовлетворительная, можно сказать, на троечку. Этот саженец от агрохолдинга «Поиск». 330 рублей. Вот такая. Ну, сейчас я ее замочу в том растворе, о котором я вам рассказывал, с гуминовыми кислотами. Гуминозол. На 1 часик. А потом будем сажать. Да, друзья, день сегодня просто изумительный. Еще лежит снег и вот такое небо. И даже не верится, что где-то взрываются снаряды, гибнут люди, грохочут танки. А мы занимаемся вот таким полезным делом. Это как медитация получается. Сажать мы будем вот такую емкость. Я уже использовал все подходящие для роз горшки. 5-литровая баночка из-под воды. Обязательно сделайте отверстие. Я использую для этого паяльник. Очень быстро, и отверстие получается достаточно большого диаметра. Ну и перед этим рекомендую положить в банку пакет. Я не нашел мешковины. Если у кого-то есть мешковина, это будет еще лучше. Когда вы будете пересаживать, то можно прямо с этой мешковиной посадить в посадочную яму, не разрушая ком. Ну, мешковины нет, я использую вот такой пакет. Обязательно дырки сделайте, чтобы стекала вода. Укладываем пакетик. Я взял черный пакет, чтобы солнцем не повредило крышки. Так, ну вот, постоял наш саженец в питательном растворе 1 час. Теперь высаживаем. По объему достаточен для такого саженца. Грунт я уже рассказывал, какой использую. Торф, садовая земля, немного песка. Но я добавляю сюда еще сернокислый калий и немного золы. Почему я выбрал розу Космос для своего сада? Это флорибунда 2006 года из питомника Кордеса, Германия. Достаточно компактный куст высотой 80 сантиметров и шириной 50. Повторно цветущий. Цветы у него белые с кремом. Бело-кремовые, вот так можно. В энциклопедии для роз в характеристиках указана 6-я зона морозостойкости. Но в других источниках пишут, что 4-я. Даже морозостойкость до 34 градусов выдерживает. Вот поэтому я его и выбрал. Проверим, как он будет переносить наши морозы. Кстати, вот такой солнечный день, наверное, первый за всю зиму у нас здесь, в Подмосковье. Ну, как видите, корневая шейка ниже бортиков, ниже уровня грунта. Так что все нормально будет развиваться эти 2 месяца. Землю увлажняем. Можно использовать вот этот питательный раствор, в котором замачивалась наша розочка. Добавляем воду. Будет не лишнее. Проливаем хорошо, чтобы стояло подольше. Питалась земля, добавляем, уплотняем грунт. Вот, в принципе, и все.
Ну, вы видите, вот почечки пробились. Вот одна почечка, вот вторая. Я не снимаю воск или это парафин, не знаю, что это. Они спокойно пробивают этот слой парафина. Ну, а для того, чтобы не стекала вода куда ни попади, я вот использую такую упаковку из-под торта. Хорошо встает в нее наш такой импровизированный горшок. На этом у меня сегодня все. На очереди высадка саженцев роз сортов Golden Celebration и Westerland. Всем удачи и хорошего настроения. Всем привет, я люблю розы. И вам спасибо.